Кто-то уже позавтракал, а кто-то только собирается. Я только собираюсь. Затянулась там. Волчишка уже поела. Все уже. Сейчас. Лицо. Лицо протереть. Для свежести и для красоты. Правильно? Правильно. Так. Все. Так. Надо позавтракать. Как говорят, в магазины надо ходить, чтобы у тебя был желудок не пустой. Не на голодный желудок ходить по магазинам, вообще-то по продуктовым, не рекомендуют. А почему? Потому что ты будешь скуплять все, что тебе надо и что тебе не надо. Да. Просыпаюсь помятой. Кто-то уже поел. А я еще нет. Это я. Здрасте. Здрасте. Я вам сейчас покажу, чем я буду трапезничать. А, картоха. Пожалуйста, одна сковородочка, вторая сковородочка. Яичко. Угадайте, на какой сковородочке две картошки? Две картошки всего это. На одной из сковородок две. Ну, на одной, да, на одной сковородке две картошки. Сейчас мы с Ларисой поджарим. Ой. Поедим. И пойдем. Так, кофе, кофею сделаем. И кое-что еще. Я сейчас посмотрю, что в холодильнике есть, что еще подоставать. Селедку сейчас буду есть. Ты будешь селедку? Да. Селедку сейчас достанем. Там у нас есть еще колбаски. Я Ларисе говорю, не могу, говорю. Хотели уже идти, я говорю, я хочу, говорю, жрать не могу. Прямо вообще. Лариса, там есть картошку. Хочешь? Я говорю, конечно. Кто и когда я отказывалась от картошки? Никогда. Потом лазит в холодильнике вчерашнюю картошку нашла. Не могу, так мне прямо как засосало. Я прямо вот так вот живот. Прям надо было что-то вот. И Лариса говорит, ну съесть там картошка есть. И там есть сыр. Я картошку съела. Сразу мне хорошо стало. Вот, все, сейчас поедим. И пойдем. Сейчас мне немножко подстроиться надо. Так. Вот это Лариса суп варила. Ну, суп. Так, сейчас может... А ты икру будешь доедать? Нет. А вот эти колбаски будем? Нет, я нет. Ну, мы будем икру точно и будем этот... Огурец. Селедку. Опять скажешь, селедку не накрыли. Она у нас не воняет. Да, конечно. Да, не накрыли. Пахнет. Я поставила, тут еще молоки есть, я буду молоки есть. Все не накрытое. Не хочу накрывать, это масло. Это неправильно. Это неправильно, да, это неправильно. Ну, так но у нас, видите, там система какая-то в холодильнике, которая тут же все запахи удаляет. Да, она там какая-то есть там. Хорошая это. Ну, ничего, нормально. Но у нас не воняет, сказала из холодильника. Вот-вот-вот. Не, иногда бывает, открываешь какой-то продукт. Конечно, это неправильно, что вот это так вот. Наложено. Там еще есть чуть-чуть супа, есть чуть-чуть гречки. Ну, что поделаешь. Так, надо вот это отнести. Там сумочка Лариса нависит. Тут всякие краски, маски, замазки. Погода хорошая. Брички мои лежат. Мне надо здесь...
Вот это, знаете, лазят и вот это рвут. Как будто здесь мышки находятся, мышки. Ой, чудот мой. От бороды. В общем, видели такое вот у меня приобретение? Я вам показывала уже, чи нет? Это вот это волосы крутить. Я не знаю, я один раз его пользовалась им, мне не понравилось. У меня что-то не получается накручивать. Здесь у меня и фен, новая расческа еще есть. Там у меня есть этот. Вот такая вон, видите, плойка. Здесь у меня краски. Не, он порвали. Творили. Вообще. Здесь у меня он и так на скотче. Но уже скотч надо поменять. Все открывают. И вот эти ящички открывают везде. Никак не постираю свои эти летние вещи. Опять все пылью поросло. Вот он надо выкинет эту. Так. Сидят. Одни лежат, другие сидят. Я тоже сижу. Ой, блин, забыла взять этот. Краски. Ну, сейчас покушаю уже, наверное. Сначала надо покушать. Ну, а что идти вот это вот? Сейчас попить кофе, покушать. Все, сейчас потом чуть-чуть подкрашусь. Когда выходной, можно не ходить по комнате, по квартире. Зачем тебе надо вообще краситься? Надо, чтобы лицо отдыхало. Какую-то маску нанес, крем нанес. И хорошо, то ногти надо попилить. В общем, сегодня было так холодно, сегодня вообще, я не знаю, точно не буду брехать, по-моему, было не то 5 градусов, как-то не то 3 градуса, у Ларисы надо спросить, так было холодно, очень сильно холодно. Я, конечно, одеяло достала у меня под одеялом, но я под одеялом. Но очень холодно. Все вот так вот носики позакрывали. У них такие хорошие, теплые эти места. И все равно холодно. Я имею в виду, что у котов хорошие места. И тут вот места он лежат. И там у них у меня в комнате. В общем, как-то так. Я уже сняла постельное белье свое. Уже его постирала. Вот. И там надо еще пододеяльник постирать. Вот. Ну, все вот так вот. Все. Вот, сегодня обещали дождь, а погода нормально. Сейчас пойду посмотрю, может, уже надо картошку нести. Так, картошечка моя готова. Пусть уже идет. Хозяйка будет кушать. Оп! Великолепно. Так, огурчик, огурчик, огурчик. Здорово, королеве! О! О, селедочка. Здорово! Ля-ля-ля-ля. О! Чаёчек, кофеёчек, ой, хоть бы не разлей. Блин. Ой, чуть-чуть разлила. Бублики забыла. Конфетки, бараночки. Бублики классные. Смотрите, какие бублички. Царь трапезничать желает. Да. Вот так по-скромному, по-домашнему. Пожалуйста. Давно я не ела с этой миски, со своей. Это миска для работы на кухне, для повара. Сейчас селю.
селедки. Это собачьи миски, люди тебе уже неоднократно писали. Ой, лишь бы что было жрать. Хоть с собачьей миски, хоть с поросячьей. Бублики просто обалдеть. Они, конечно, такие сдобные, но за неимением нету хлеба, придется использовать бублик. А я холодная не собираюсь ходить. Правильно. По магазинам и вообще везде. Ну, а мне надо сначала подкрепиться, нормально поесть. Так что не грустите, пусть осенняя хандра на вас не нападает. На меня вообще никто не нападает. Бояться.